Очаков ТВ представляет. Здорово, фашист. Ты за базаром следи, блин. За каким базаром? Я же вижу, что ты фашист. В чем это выражается? Ты же за Украину. Как понять, я за Украину? Как понять? Так ты и понять. Я тебя же вижу. Тебя же видать даже по морде. Угу. Что ты, блядь, фашист. Хорошо, а ты можешь матом не ругаться? Могу матом не ругаться. Ну вот, видишь. Давай, фашистюга, не ругайся матом. Чего ты? Давай, расскажи, почему ты такой фашист? Так я же тебя назвал фашистом, не себя же. Да ты можешь назвать меня хоть как угодно. От этого же я им не становлюсь. От этого ты не перестаешь быть фашистом. Все ты становишься. Смотри, а из-за того, что ты меня назвал фашистом, ты им быть не перестал, а я им не стал, понимаешь? Давай, расскажи мне, почему ты живешь в фашистской стране? Ты представитель фашистской страны, я тебе могу это доказать. А не просто голословно молоть языком, как ты. Ну, ты вообще из Украины, нет? Нет, я из Америки. Из Америки? Да. Тогда у меня вопрос будет другой, если ты с Америки. Ну, давай. Я думал, ты с Украины, я себе Украину поставил, чтобы с украинцами поговорить. Скажи, как ты думаешь, а почему российские военные, ну, солдаты, напали в Украину и убивают фашистов? Потому что российские солдаты – это рабы, которым не дано право выбора. Им сказали вперед убивать. Они идут убивают. За деньги они убивают. За деньги? Да, тем самым превращаясь в фашистов, самых настоящих. Понимаешь? То есть представители фашистского государства, такие как ты, твои солдаты и все твое государство, это коричневая чума. Это ты так считаешь, да? Я так не считаю, я так знаю. А, знаю. А ты знаешь, что там детей убивали, нет? Ты знаешь, да, так вы не только убивали, вы и сейчас их убиваете, детей, регулярно. Ты знаешь, ваш рэпер один, рэпер Птаха, очень известный рэпер у вас в России, где-то там на шоу типа у Скобеевой там или у какого-то Норкина там, ну, каких-то швалей вот этих пропагандистских. Он сказал, для чего наши солдаты идут? Они идут за деньги, говорит. Им что, за какую-то идею они идут? Они идут за деньги туда, в Украину, убивать людей. Ты дурак? Нет. Ну, я тебя спрашиваю, ты дурак? Я же тебе ответил, нет, ты плохо слышишь? Они идут туда не за деньги. А за что? А за то, что попросили помощи. В Донецке. В Донецке. На Донбассе. Чтобы детей не убивали. Ты знаешь насчет Аллеи ангелов, нет? Знаю, да. Вы убили детей и создали Аллею ангелов. Я знаю это, да. Да? А как тогда скажи, почему тогда вот эти донецкие вместе плечо о плечо убивают вас, фашистов, там, в Украине. А, ну не ты, ты же в Америке, ты, короче, спонсор фашизма. Я говорю, почему тогда там Донецкие, вот, Аллея ангелов, их вот отцы, слушай, братья, я спонсор они фашизма, вместе соединились? Я спонсор фашизма, а ваше государство почему-то признали спонсором фашизма, почему? Ну подожди, я же тебе говорю, почему тогда донецкие, вот, жители, да, отцы, братья, они соединились с нашими военными и громят фашистов. Как вот это объяснить? Если бы, например, я жил в Донецке, и моего ребенка там убили, или там соседнего ребенка, я бы ни в жизнь никогда с врагом не стал. А это ваши убили. Ваших донецких туда гнали и гонят. Их забирают из детских садов, когда они детей забирают. Их забирают из такси, вытаскивают за шиворот, автомат в руки и гонят. Ни с кем они не собираются воевать. Ваше фашистское государство заставляет ваших донецких воевать. У них нет другого выбора.
Это во-первых. Во-вторых, насчет спонсора терроризма. Ваша страна признана международным сообществом спонсором терроризма. И у тебя твой фашистский вонючий рот открывается меня, представителя США, называть спонсором терроризма, блин. Конечно. Вы бы лучше там помогали продуктами. Но не как вот этими боеприпасами. Помогаем продуктами в огромных количествах. Да, я вижу, какие вы продукты помогаете. В огромных количествах, поверь мне. Да-да. Хоть один пример приведи, чтобы булку хлеба туда переслали. В Украину? Да ты что, там составами идет помощь. Да, конечно, булку составами. Какими составами? Ты не знаешь, что беженцев из-за того, что вы напали на Украину, около там... чуть ли не около 10 миллионов, да, беженцев из Украины во всех соседних странах, Евросоюз, Америка, программы спонсируют, чтобы их кормят бесплатно 3 раза в день, им выделяют деньги там на социальную помощь беженцам, и в огромных количествах продовольствия отсылается в Украину. Ты даже этого не знаешь. Это капец, блин. Слушай, так я тебе насчет этих детей-то, которых убивали. Которых вы убили, да. Давай, что да. Насчет них? А ты скажи вот, которые мы убили, мы что ли отправили АТО? А как ты думаешь, почему нет Аллеи Ангелов там, где, куда вы не зашли, ваши уроды? Почему нет в Харькове Аллеи Ангелов? Почему нет в Николаеве Аллеи Ангелов? Если ваши уроды туда не зашли, почему там нет Аллеи Ангелов? А почему-то потому там что туда не направляли, я тебе скажу, почему там нету. Угу. Потому что туда не направили антитеррористическую операцию. Так вот, а зачем вы начали захватывать чужие территории? Для чего? Я тебе еще раз сказал, там нету Аллеи Ангелов, потому что Турчинов не туда отправил. А почему он не отправил в Харьков антитеррористическую операцию? Я ж тебе объясняю, почему. Объясни, почему. Если туда бы отправил этот Турчинов антитеррористическую операцию... Почему Турчинов не отправил в Харьков АТО, а отправил на Донбасс? Почему? Зачем ты перебиваешь? Скажи. Ну, ответь на мой вопрос. Не на твой, я а на тебе мой. Отвечаю на твой вопрос. Я тебе повторяю вопрос. Ты его плохо слышал. Почему Турчинов не отправил АТО в Харьков или в Николаев, а отправил на Донбасс? Как ты думаешь? Потому что Донбасс и вот в Донецке... Там большинство людей, которые не поддержали ваш IT-мандант, которые вот этот, были против, чтобы вот это свержение власти было. Кто это тебе там сказал? Кто это тебе сказал? Ну, потому что там у вас когда этот антимайдан... Кто тебе это сказал? Я же тебе еще раз говорю. Когда был антимандант, у вас вот эти... Мандант. С Донецка никаких там представителей не было. Они были против. То же самое, как вот... Кто тебе сказал, что они были против? Ну, даже, знаешь, вот тут общаешься в чате рулетка, и много попадаются с Донецка. Да, мне тоже попадаются многие с Донецка. Говорят, что вы фашисты российские, захватили их территорию, они ждут, не дождутся, когда придет Украина, их освобождать. Да, мне тоже попадаются. Ну, пусть освобождают. Получается, освобождают. Так, естественно. Конечно, вы из Херсона удрапали только что. Якобы это ваш российский город. Удрали из Херсона? Удрали месяц назад или когда уже? Больше даже. И со всех остальных территорий... Вон, смотри сзади меня. Как ты думаешь, что это? Что это? Это окопы в Крыму вы копаете. В Белгородской области вы копаете окопы. Вы копаете... Окопы, потому что вы боитесь, что вас сейчас, и правильно делаете, вас сейчас Украина будет мочить по всем фронтам. Скажи, а на Сахалине нету окоп? На Сахалине нету. Смотри, смотри дальше, не только окопы. Я у тебя спросил, на Сахалине нету. Я тебе ответил, нету. Смотри дальше. Смотри, подожди, видишь, быки бетонные. Остановись. Вы ставите везде, потому что вы понимаете, что Украина сейчас вас... начнет освобождать полностью все свои земли, понимаешь? Ты можешь остановиться? Я тебе хочу сказать насчет Сахалина. Давай. Там что, воинских частей нету? Там что, люди, эти солдаты не роют окопы? У них нету учений, да? Нет, конечно, они там не роют окопы, естественно. Мы не роют окопы. А для чего? Ты на Сахалине рыть окопы? Да, ты в советской армии служил? Служил. Ты окопы рыл? Нет. Ой, блядь.
Ну, короче, раньше не рыли, сейчас роют везде. Чтобы солдат умел рыть окопы, чтобы умел защищаться. Я понял. А в Крыму зачем роют окопы? А там что, воинских частей нету? А, то есть вокруг Украины роют везде окопы, а во всех Украины, остальных местах не роют. Я тебе хочу, знаешь, что сказать? Везде окопы роют, везде. А быки бетонные для чего ставят везде вокруг Украины, скажи? Вокруг? А, это чтобы солдаты ваши не убивали. Вот, видишь, бетонные быки, чтобы танки не могли пройти, видишь? Какие танки? Какие? Украинские, конечно. Фашисты недобитые. Давай, мне для чего вы ставите это, а? А, все, да? Вот так вот. И вот эта морда еще называет украинцев фашистами, являясь сам полностью на 100% абсолютным фашистом. Как у них не хватает ума посмотреть определения и признаки фашизма. Ну как? Как это может быть? Объясните мне.